Всем привет! Всем здравствуйте! Вот посмотрите, сколько я высыла за 5 дней. Видите? Вот посмотрите. И сегодня я с вами буду еще раз вышивать. Вот. Ну, это 5 дней, конечно, не так много, но все равно по чуть-чуть я все равно вышиваю. Вот, что касается этой работы. Ну, вот. Так что будем потихоньку ее вышивать. Так, посмотрите. Так, сейчас посмотрю. Угу. Номер 2. Коричневый. Вот номер, вот они здесь положили очень, кстати, много. Кстати, много коричневого цвета здесь. Я делаю по 2. Почему? Потому что мне нравится вышивать. Здесь полукрестом. Поэтому я беру в 3 нитки беру и высыпаю полукрестом. Вот. Ну, для меня так удобно. Так вот, сделаю. Вот. Сейчас я сделаю ниточку, буду с вами вышивать. Вот. Так, сейчас посмотрим. Знаете, я, конечно, буду еще работу покупать. Не знаю, когда, но в этом месяце вряд ли. Может быть, в следующем месяце буду покупать в декабре. Ну, или когда работа закончится, тогда, может быть, поеду в Леонардо и куплю. Но пока работа движется. Да, движется работа тут. Вообще, эта работа, она там нет одиночек, там больше почему-то полукрестом. Вот, полукрест там вообще много. Вот если посмотреть на этот вид, то полукрест там вообще много. Вот, поэтому я сейчас буду высувать. Вот. Ну, обычно по полукрестом я высываю всегда. Вот. Могу, конечно, крестиком. Но крестиком высывать тогда, когда вы берете работу маленькую. Да, вот маленькую, да, вы берете маленькую работу и начинаете ее высывать. Идите ко мне. И начинаете ее высывать. Да. Когда вы берете большую работу, там можно какие-то участки делать полукрестом. Вот. Я в октябре месяце не покупала работу. Просто так я купила в сентябре. А купила работу только в сентябре. Вот. Поэтому я и купила ее. Вот. Это что, вот такие дела. Вот. У нас, кстати, погода на улице очень холодная. И, ну, не тут холодно, она прям, знаете, дожди, но все равно высуну. Вчера я не выходила на улицу. Почему? Потому что вчера я чистила 10 клеток. Чистила вчера. Я завозила 2 гайка, то 14. Вот. Поэтому я их не стала делать. Вот. Так что вот такие дела. Я буду высыпать до 5 часов. Нет, ну, конечно. А с вами я проведу этот высыпальный влог минут 10-14, потому что у меня там батарейка еще. Не батарейка, память не такая большая, вот, которая надо будет есть. Вот она идет, обычно идет. Ты что, тоже хочешь высыпать, да? Тоже хочешь высыпать? Ну, ты посмотри, а? Она хочет тоже высыпать, посмотри, а? Тоже хочет высыпать, а? Смотрит такой, ну конечно, у нас рукодельница, у нас бусинка. Буси рукодельница? Кто ты будешь высувать, да? Бусянь? Вот. Так, ну вот. Буси рукодельница у нас. Ой, господи. Какой раз ниток не хватает. Когда тут нитки не хватает, тут вообще прям целый разброс этих ниток. Опять ниток. Вот, высываем мы с вами. И потому что я такая высывальщица, которой ниток не хватает, а потому что мало кладут нитки. Я вот сколько я просила, умоляла. Ну, кладите много. Ну, вот как-то, чтобы было запасом было. Ну, чтобы было хоть что-то оставалось. Нет, они кладут тогда, когда вот попадаете, как будто вот. Я даже это не высываю. Это с парковкой, чтобы не высыпать. А они
Заглянуть к ним могут. Да, гусеницы, иди ко мне. Вот, не могут вот это выкидать, не могут это высовывать. Вот, брать. Вот один раз посмотрела, тоже репорт, ну, как бы, отзывы от некоторых девочек. У них тоже низкие не кладут. Они бывают, кладут низкие тогда, вот, где совсем там, допустим, фон высовывать, вообще там кладут нитки, ну, если не сказать, фон высовывает, допустим, полукрестом, в три нитки. Представляете, в три нитки. Ну, как человек может высовывать в три нитки полукрестом, если у вас нитки вообще не хватает, понимаете, не хватает и все. Поэтому я вот вообще просто поражаюсь. Это не одну нитку взяла там. Взял. Я это высываю полу. Это я делаю. Я делаю в четыре нитки. Вот, в три не получается. Зато надо как-то три нитки вытаскивать. Вот, и смотря как-то как высывает. Вот. Понимаете, очень делается. Паны тоже молодцы. Главное, знаете, как сделали? Раньше пана была как? Там не было такого, чтобы там были какие-то бленды были. Ну, бленды-то ладно, бленды ерунда. Там бленды соединили одну цвет, второй цвет. Но когда ты высыпаешь уже одну нитку, вторую нитку, там две, три нитки, идет полный разброс идет. Это вообще-то просто ужас. Я один раз была в Леонардо была, и подошла там женщина, я говорю, вы знаете, я послала набор, девушка на руках, на нитку вообще не хватит, не так идет. Она говорит, почему? Нитки не знаю, у нас все хватает. Понимаете? Вот. Она так подумала, наверное, она подумала, что я это неправильно высываю. Если так, ну, это посмотреть. Вот. А как я высываю неправильно, если там нету одни нитки, то вторые нитки. Я сейчас вызываю работу, которая называется это «Лошадиное водополе». И там все, что я вышивала, вот эти работы, там особенно полукрестом, все нити закончились. Я дала себе зарок, чтобы никогда в жизни не буду покупать на них все. Потому что это уже все. Может быть, буду покупать, но не такое, которое там китайское. Да, она хорошая, ничего не могу заказать. Но очень... Я почти год высылаю ее, думаю, когда же она закончится. Это не сильно когда. Поэтому есть еще работы, есть еще, которые можно повышивать. Вот. Но все равно, видите, как это уже так это бесполезно. Вот. Поэтому такие дела. Ну, все равно идет. Вот, потихоньку, но все равно высываю. Так что вот такие дела. Мы сейчас тоже только начала высывать. Просто до 3 часов это сегодня утром встала. Ну вот. Встала этот, как называется. Ну, все равно получается, красиво получается, да? Хоть, конечно, не так, но все равно какое-то идет какое-то вот это небо, тут домик появляется. Вот, как все равно какое-то что-то есть там. Вот. А сейчас много рукодельниц я смотрю, высывают какие-то незамысловатые сюжеты. Так, домики такие страстные высывают. Не страстные, но такие наподобие. Потом что еще высывают? Какие-то грибочки, мухоморы. Ну вот, в общем, это столько много всего высывают. Вот. И вроде смотрю, женщина солидная, но она высылает такие незамысловатые сюжеты, которые, вот, видите, и потом смотрю, все высылальщицы, все стали высылать эти наборы, все.
все вот едино. Я смотрю, все. Я думаю, один со второго. И знаете, вот как будто, знаете, как вы помните, как вот раньше была такая шапка капор. Смотрю, все капоры одевают. То есть все народ одевает капоры. То есть у нас получается народ почему-то не может иметь свое. Понимаете, свое не может иметь. Всегда что-то копирует. Один одел это вот эти какой-нибудь пальто модное, и потом смотрю, другие одевают. Ну это вообще, ну это просто это странно, почему это получается. Ой, я вообще прямо не знаю. Я помню, куртки, помните, были такие куртки на Синчипоне, тоже одевались. Вот. Так, вот такие дела. Ну, все равно ведь видите, как много что одевается. Вот. Так, сейчас. Вот поэтому я и вышиваю полукрестом. Это маленькая работа, я могу вышивать крестом. Но маленькая работа, как-то я вышивала, мне как-то не нравится. Мне нравится своя большая работа больше всего. Я вот панну люблю, работу потом. Ну, чудесный глаз, там вообще глаз вырви. Здесь все понятно. Нет. Вот. Сейчас вот вышиваю тоже работу одну. Вот. Так-то вот такие дела. Вот. Ну, все равно, видите, как. Я одеваю венки. Если посмотрите, если посмотрите, как получается, смотрите, если посудить, видите, на второй нитке там, вот завтра я хочу пол подмести, завтра здесь. Я сегодня подмела, завтра подмету. Вот, потихоньку приду и подмету пол. Ну, вот так тут такие дела. Ой. Так, видео туда. Да. 13 минут я уже просула квадрат. Вот, сейчас я возьму карандаш. Да мне еще подошить его не будет. А хотя это очень мало. Посмотрю. Вот возьму. Так, сейчас он будет у меня. Интересно. Сейчас. Ну все, пока. Всем до свидания. Пока. До свидания.